Здравствуйте, сегодня мы с вами разберем навигатор Garmin Oregona 450 модели. У меня проблема с ним, то что он стал в последнее время плохо ловить спутники. Это примерно после покупки год он проработал нормально, а после этого начались проблемы. То есть спутники он сейчас ловит гораздо хуже, чем раньше. Для начала открываем крышку, стандартно меняем аккумуляторы. Если аккумуляторы у вас стоят, то вытаскиваем их из аккумуляторного отсека. У меня установлена флешка. Я ее тоже уберу, не знаю, будет ли она влиять на... Точнее, будет ли она мешать разборке, но лучше ее убрать. Сдвигаем разъем сюда и поднимаем флешку. Разъем закрываем и блокируем. Так, флешку убираем, чтобы не потерять ее. Дальше выкручиваем, значит, 6 болтов, которые мы видим по периметру. Они откручиваются отверткой, звездочка внутренняя Т6. Беру, откручиваю первый болт. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый. Болты у нас, судя по всему, не магнитные, потому что к отвертке они не магнитятся. Берем пинцетом, их убираем. Пинцета у меня поблизости нет, я воспользуюсь зажимом. Первый, второй, третий. Не докрутился третий у нас. Или докрутился. Третий. Четвертый. Пятый. Да, болты у нас не магнитные, они очень легенькие. Вообще не магнитятся. Так. И шестой. Головы плохо вытаскиваются. Давайте еще раз. Убираем их в отдельный отсек. Оп, вылетел. Все, теперь смотрим. Давайте уберем резинку. Вот ее сняли, в принципе, она нам не мешает. Теперь пытаемся аккуратно приподнять оранжевую часть корпуса. Я возьму плоскую отвертку и попробую вот просунуть между резинкой. И вот корпус у меня слегка приподнимается. А теперь надо быть аккуратным, потому что вот здесь разъем, он находится внутри корпуса. Поэтому я попробую поднять его вот с этой стороны, а потом сдвинуть влево. Так, все, вот аккуратненько сняли и... А, нет, разъем мы не повредим, потому что у него... Система крепления через контакты. Все, то есть мы сняли здесь, смотрим, здесь все чистенько. Немного грязи есть, я это уберу. А так все в нормальном состоянии. Убираем верхнюю часть корпуса. Внутри мы видим батарейку. Серийный номер устройства и контактную площадку. И прорезиненная. Так, вот это надо, значит, аккуратненько убрать. Прорезиненная прокладка, чтобы внутрь навигатора не попадала вода. То есть я вот ее убираю и также кладу. Она, наверное, двухсторонняя, но лучше положить ее, как она лежала изначально. Дальше пытаемся приподнять эту платку, чтобы посмотреть, что находится под ней. Берем за центр. Все. То есть вот здесь надо было в края, вот эти края раздвинуть и аккуратно здесь подцепить отверткой. Теперь аккуратненько поднимаем, потому что там у нас внутри шлейфа подключения. Вот он, шлейфа. Так, и как нам их отключить? Вот у нас поднимается. Здесь у нас внутренности получается нашего навигатора. Здесь панелька, шлейфа и что-то под белой наклейкой.
принципе, дальше разбирать нет смысла, потому что здесь антенна, точнее, здесь экран. Ничего такого особого я здесь не вижу, что могло бы влиять на его плохую работу. Ну все, дальше я не буду разбирать. Теперь собираем назад, то есть кладу аккуратно плату, центрирую ее по белым ножкам, чтобы они встали, и также аккуратно раздвигаю, и платка у нас туда сама проваливается. Все, вот защелкнулось что-то. Теперь назад ставим резиновую прокладку. Аккуратненько, а то она такая хлипенькая, ее можно порвать. Вот ее на место устанавливаем, чтобы она сама легла туда ровно. Вот эти по центру надо чуть-чуть углубить в корпус, чтобы они вошли в свои пазы, и тогда дырки под отверстия, под болты попадут, точно совпадут точно с дырками в резиновой прокладке. Все, прокладка у меня легла, я ее утапливаю в паз, предназначенный для нее, по всему периметру аккуратненько. И ставлю назад вот эту оранжевую крышку с контактами. Вот, кстати, я вижу, что один контакт у меня загнут, причем это, скорее всего, его загнули, когда собирали. Давайте я увеличу, покажу. Вот этот контактик, он, одна лапка у него загнута внутрь. Давайте попробую ее выправить, если это получится. Так, контакты очень хрупкие. Делать это надо аккуратно. Все. Ставим аккуратно назад крышку. Аккуратненько вот она встает в свои пазы. И закручиваем назад 6 болтов. Сначала устанавливаю их. Последний у нас вставать не хочет. Еще улететь норовит. Все, установили. Теперь закручиваю их. Сначала наживляю все, потом уже их прокручу, затяну нормально. Остался последний. Все, теперь можно затягивать их окончательно.
сильно не перетягивать, потому что там пластмассовая резьба в корпусе. Если сильно надавите, она сорвется. Все, процесс сборки я завершил. Теперь осталось так вернуть назад карточку, которая нам не мешала. Делаем, открываем, кладем карту, чтобы она попала в пазы. Все, вот карточка у нас в пазы легла. Закрываем и сдвигаем ключ. Все, карточка у нас закрылась. Теперь придем батарейки. Точнее, аккумулятор устанавливаем. И идем проверять, что у нас получилось. У меня две новости. Навигатор у нас включился и работает. Но работает так же, как и раньше. То есть прием спутников достаточно плохой. Видимо, проблема уже какой-то из электронных схем моего навигатора. Кто знает в чем, можете писать в комментариях.